Привет, друзья, и меня по-прежнему зовут Дарья, и вы, скорее всего, подумали, что это новое интересное видео от меня. А вот нет, так как я монтирую на ноутбуке, вот он, кстати, то в последнее время он стал жутко лагать и зависать. И перед тем, как удалить весь ненужный материал, я решила выпустить блуперсы. Блуперсы! Я хочу, чтобы и в новом году вы видели мой рост. Продолжали видеть. Вы видите мой рост? У меня 1,75 м. Я чувствую себя Янго, хотя я нормально свет поставила. Мистер Пересвет 2016, блин. Поговорите, я вам расскажу, какие видео будут выходить, каким филадмиником ты пользуешься. Привет, ребята, опята! И с этой фразы началась боль. Все, сейчас соберусь, я писала это. Ну, просто 32 гигабайта, что хочу, то ворачиваю. Раз, два, три. Привет, ребята, опята! И с этой фразы начиналась боль, как... Почему болика? Арабская ночь. Ну, мне кажется, случайностей не бывает. А кажется, креститься надо. Привет, ребята, опята! Вот уже совсем скоро настанет день... Я живу в Татарстане по... Алло! А я не знаю, кого вам надо. А нет. Да, вы не туда попали. Популярность. Но как же сделать, чтобы не шуми? Если тебе понравилось это видео, то можешь поставить лайк. Слайк. Раз, два. Если ты хочешь сказать, прошло уже ноябрь, декабрь, январь, про 4 месяца с выхода трека Алтын, и только ты сейчас поняла, что это был Стёп? Ну, я же его не так прям смотрела, что прям так ух-ух. Я такая прихожу на пару, и вы там сидите, я читала, ты на Алтын, ну как бы вот так, ну немножко там. Ты меня в тот раз чуть не отругала, когда сказала, что типа, чего тебе нравится? В 2016 году, а как сейчас принято говорить, 2К16 было как многого рано. Было многого как было. Было многого, немногого. Ну, может быть, ставлю, ну не знаю, раз, два, три. Но это не точно. Ой, ее вырежем. Ти-ти-ти-ти-ти. Каждую субботу на мой стрим ориентировочно. Видел, как я могу? Ах да! Ах да! Да, ах да. Ах да. В 2016 году, а как сейчас принято говорить, 2К16, было много как хорошего, так и плохого. Раз, два, три. Я бы поделила эту часть на две фразы, но будет очень много склейков. Скажут, что я не профессионал. Но ты не профессионал, походу. Сейчас, Дарьечка, все сделаю, путю. Раз, два. На самом деле, это реально так было. Ты не подумай. Типа, я тут на самом деле, а я на самом деле, да. Золотой петух России! Это... Но как же сделать, чтобы было бюджетно? Было бюджетно? Раз, два, три. Но если тебе понравился этот недовидосик, то можешь поставить свой лайк и подписаться на мой канал. Ну а если ты давно подписан, то не забудь нажать на колокольчик. Скоро увидимся! Пока! Так, погаси.